Доброе утро. С вами юрист Николай Попов. Помните, что ваше право можно защитить. Мне 73 года, чувствую себя плохо, тяжело передвигаться, дети не ухаживают. Соседка предлагает свою помощь, но взамен хочет, чтобы я на нее оформила квартиру, а она должна будет за мной ухаживать. Скажите, есть ли на самом деле такой договор или меня обманывают? Такой договор действительно есть. Называется он «Рента с пожизненным содержанием». По договору вы обязуетесь передать квартиру, а другая сторона – помогать вам в быту, покупать продукты, содержать. При этом обычно составляется график и журнал, в котором вы, как получатель ренты, фиксируете надлежащее исполнение обязанностей со стороны плательщика ренты своей подписью. Договор ренты подлежит обязательному нотариальному удостоверению. Так как по договору переходит ваша квартира, то он регистрируется в Росреестре и обременяется залогом. Все действия, связанные с отчуждением имущества, производятся только с вашего согласия. Если ваша соседка не будет исполнять свои обязанности, вы вправе расторгнуть договор. При этом все то, что было потрачено ею за период действия договора, возмещению не подлежит. Задавайте ваши вопросы по телефону, который видите на экране, с 10 утра до 7 вечера. Также вы можете посмотреть этот и другие мои ответы еще раз на сайте 1obl.ru в разделе телепередачи «Наше утро». И хорошего вам дня!